Гаплофрентис был крошечным, закованным в раковину геолитидом, который жил в кембрийском периоде. Его раковина была удлиненной и имела коническую форму, с открытым передним концом, защищенным крышкой, по бокам которой торчали две мясистые руки, называемые геленами. Эти руки, вероятно, выполняли роль стабилизаторов или просто использовались для передвижения, проталкивая тело по подводному илу. Гаплофрентисы варьировались в длину от 2 до 6 см. Гаплофрентисы отличаются от геолитисов наличием продольной перегородки посередине внутренней поверхности верхней части раковины. Геолитиды, как полагают, относятся к общей группе моллюсков, хотя это остается невыясненным. Образцы Гаплофрентиса были найдены в кишечнике хищника Атойи. 86 образцов Гаплофрентиса известны из большого филопода, где они составляют 0,35% от всего животного сообщества. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал или вступите в группу канала, ссылка будет в описании. Там вы сможете узнавать о выходе новых видео. Поддержите проект. Yeah.